Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Волгоград Сити. Сегодня снимаю трамвайный маршрут номер 3 от улицы имени Ким до обувной фабрики. А так выглядит конечная трамвая улицы Ким. Здесь разворачиваются три маршрута: 3, 6 и 7. А вот здесь рядом находится ремонтное депо трамваев и троллейбусов в этом. Вот сюда идут пути. Тут они расходятся в разные каналы. А здесь контактная сеть троллейбуса. Там еще поворот есть на крайний путь. Вот здесь вот такое интересное расхождение. Туда тоже идут пути, в ту сторону. Но там просто они тупиком обрываются и все. А вот этот вот столб, который с первого взгляда кажется, что обычный столб. Но стоит посмотреть наверх, как здесь написано. Опора контактной сети города Царицын, 1913 год. Экспонат музея электрического транспорта города Волгограда. То есть вот этот столб стоит здесь с 1913 года. Нехило, да? Сто девять лет этой опоре. Мощно. Вот здесь вот старая табличка этой остановки. А здесь уже современное расписание, то есть сегодняшнее. Только почему-то нету тройки, только 6-7 маршрут. Шестерка идет на 36-ю школу, семерка в Жилгородок. Прокатимся мы с вами на трамвае Татра Т3 СЮ. Это, скорее всего, она едет, не знаю. Ага, тройка. В двухдверном варианте она у нас представлена. С номером 2465. Такой вот краснодарской окраски. Красивый. На ней мы с вами прокатимся. Ну, салон этого трамвая, я думаю, всем известен, потому что это одно из самых массовых трамвайных вагонов по производству. И у нас еще ходят Татры, у которых две двери. Естественно, у нас есть и трехдверные, но двухдверными как-то более душевным. Не знаю почему. Но вот так. Обычно через колледж мы едем. Ты как бы...
Thank you.
административный институт. Да, но и стекло стало из-за дождя. Thank you.
Итак, это была поездка по трамвайному маршруту 3 от улицы имени Ким до обувной фабрики. Прокатились мы с вами на трамвае Татра Т3СЮ, двухдверная, с бортовым номером 2465. Вот так выглядит конечная обувная фабрика. Здесь разворачивается тройка и четверка маршрута. Вот этот путь, он идет. Такой путь, знаете, вот в депо есть такие канавы, осматривают, вот здесь тоже самое, тупичок. Вот этот вот путь, который направо, это как раз обеденный путь, а налево это на маршрут. Ну, собственно, это я буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, напишите комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Всем удачи и пока!